В декабре прошлого года в торжественной обстановке был открыт Славянский центр единоборств «Медведь». Сегодня там занимается более 250 ребят. И вот спустя 3 месяца тренировок для ребят отделения самбо были проведены первые серьезные соревнования. Как выступили славянские спортсмены, смотрите в следующем материале выпуска. Центр единоборств «Медведь» – это современный спортивный объект, позволяющий не только тренироваться спортсменам в комфортных условиях, но и проводить здесь соревнования районного и краевого уровней. В минувшую субботу в центре состоялось торжественное открытие первенства Славянского района по самбо. Участников спортивного праздника приветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа, пожелав спортсменам продемонстрировать все свои навыки и хорошо выступить. За победу приехали побороться самбисты из нескольких районов края. Славянская команда, конечно, была одной из самых многочисленных. Этот спорт мне нравится, потому что он активный, и я развиваюсь физически. За 6 лет я научился бороться и очень множество приемов и бросков. В соревнованиях приняло участие более 250 спортсменов. Они выступали в нескольких возрастных группах. На ковре ребята выкладывались по полной. Каждому хотелось побороть соперника и держать победу. По результатам первенства в копилке наших самбистов 48 медалей. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».